уже не раз рассказывали о затянувшемся ремонте главной пешеходной улицы Твери Трехсвятской. В администрации города прокомментировали ход ремонтных работ. В пресс-службе городской администрации отметили, что в настоящее время на улице Трехсвятской подрядной организации продолжаются работы по благоустройству. Одновременно с этим подрядчик устраняет замечания по факту выявленных нарушений и проводит работу по уплотнению ранее уложенной гранитной плитки. Работа на объекте проходит в ежедневном режиме под контролем сотрудников департамента ЖКХ администрации города. По словам представителей подрядной организации, на объекте увеличено число работников, осуществляющих все текущие задачи. Работа по благоустройству идет в усиленном режиме.